Родительский контроль на проверке в детском садике номер 44. Имеется контрольное блюдо. Это помогает и младшим воспитателям для раздачи, чтобы видеть, какой объем порции. Сегодня у нас на завтрак каша молочная, жидкая, рисовая, какао-напиток и хлеб с маслом. Контрольные весы, они у нас имеются, имеются. Да? Имеется журнал, где младшие воспитатели при получении расписываются. Интересует все. Санитарные предписания и меры антикоронавирусной профилактики, срок годности продуктов и даже сколько граммов в порции. В отношении пищеблока, да, мы увидели, что соблюдение технологических карт, весовые параметры, контрольно-измерительные блюда, то есть все присутствует по графику, питание все абсолютно горячее, детишки кушают с удовольствием, насколько действительно у них есть аппетит. В отношении 44-го садика, хочу сказать, сегодня замечаний нету. Мнение родителей малышей для комиссии – один из важнейших критериев. Самое главное – качество обеда. Ну, это как бы, потому что завтрак мы кушаем дома всегда. Обед должен быть полноценным, я думаю, суп, второе, фрукты, компот, ну как, ну все, в принципе, присутствует. Отлично, ребенку нравится, говорит, вкусно, съедает все, да, Данил? Да. Да. Блинчики он любит здесь, блинчики, сырнички. Ребенок не голодный, приходит домой сытый. В ежедневном меню фрукты и овощи, мясо и рыба. Все, что нужно растущему организму. Это черпак 200 грамм, как положено. Ну, как бы раскладываем все, что в кастрюле ничего не осталось. Такие инспекции члены проекта «Родительский контроль» проводят регулярно. Вот уже 4 года подряд. Мы руководствуемся 10-дневным меню, которое утверждено у нас. Оно согласовано с Роспотребнадзором. Продукты нам поставляют единый центр муниципального заказа. Ранее жалобы были, ну, скажем так, не жалобы, а обращения, что мало фруктов, соков. Сейчас у нас в меню достаточно соков, у нас достаточно фруктов. По итогам проверки детскому саду номер 44 была поставлена оценка «Отлично». Владимир Смирнов, «Время новостей».